Рекомендую вам подписаться на канал моего знакомого. Он снимает отличные ролики по ГЗА, КСке и ФИФЕ. Сам частенько смотрю его, ссылочку оставлю в описании и по аннотации. Приятного просмотра. И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жека, и сегодня, ребята, я буду проходить карту под названием 10 в одном вместе с Владом. Влад? Всем привет, ребят! Да, ребята, вы набрали много лайков под нашим совместным видео, поэтому, ребята, если мы набираем под этим видео тоже много лайков, опять же хочу, ребята, напомнить, что лайков много нужно набирать не только на моем видео, но и на видео Влада, так что ссылка на меня будет в описании, так же, как и у Влада на меня. Вот, и, собственно, в этой карте мы будем соревноваться по всяким испытаниям, и здесь их будет всего 10, и кто быстрее, точнее, кто пройдет все эти 10 испытаний, тот, в принципе, и победит, насколько я понял. Ну, судя по всему, да. Наверное, кто больше тут победит, да, из 10 испытаний, тот, наверное, выиграет. А, кстати, да, эту книжку у тебя своровал, ты можешь забрать ее, ну хотя бы. Интересно, ну там. Короче, яблоки взял, мне кажется. Кстати, тут еще текстурпак специально для карты, вроде бы, сделаны, мы его тоже установили. И тут, смотри, есть монумент. То есть мы за каждое испытание будем получать шерсть. Ой! Воу! Прикольно! Я не ожидал этого! Я не ожидал! Вау! Так. И смотри, то есть, вот это, типа, получается мой монумент слева, ну, или наоборот. А, ну. Да, а вот мой, допустим, монумент, да? Ну, да, допустим, окей, я подожди, а кто плеер 1, а кто плеер 2? Ну, у тебя ник как бы не цветной, я не знаю. Ну, скорее всего, я плеер 1, потому что я же первый зашел. Так, ну что, давай начнем, где тут первое испытание? Вот, первое испытание, красная шерсть как раз. Ну, здесь сразу ты победишь, я уверен, так. Не знаю, я давно не играл. Так, тут нужно взять этот. А, давайте там половину яблок тут просто. Итак, книжка. Твоя задача подстрелить все мишени, чтобы открыть железную дверь, которая. Ну, да. Так, и правила. Вы должны стрелять на лазуритовых блоках. Окей, то есть должны встать на них и стрелять. Ага. Ну, по сути, вроде все понятно. Press to start. Ой, что, мы типа вместе? Давай. Так, вставай. Я нажимаю. Все. О, три! Вот. Офигенно! А лук-то где брать? А мне кажется, там дадут. Да, смотри. Ави! А куда пострелять? А, понял. Сиди, побежали! Нет, я проиграю! Далеко! Офигеть! Так, я не могу попасть! Жек, это невозможно! Попал? А, нет, в смысле, я попал по предыдущим. А. Ты-то вообще красава, лучник. Я-то лох, не могу ничего. Да как? Это вообще. Я по верхней вообще не. О, попал. Вот! Верхняя самая сложная, я тебе говорю. Пасть мне не. Вот сколько я уже стрел, наверное, здесь писал. Все, попал. Ура! Ладно, Жак, удачи. Офигеть! Да блин! Фак! Что? Жека! Тут стрел не долетает, мне кажется. Как такое вообще возможно? О, все, я прошел, ура, я бегу! Блин, капец, ну я говорю, я лучник плохой, Влад всегда был лучше лучником. Ну, не сказал. А, ну понятно, да. Короче, знаешь, что надо рандом, походу, тут стрелять? Я вообще не понимаю, как. Вообще стрелы долетают. Здесь нужен оптифайл. До верхнего блока стрела, мне кажется, вообще не долетит. Как ты это делаешь? Ага, как я это делаю? Я тут вообще не мог попасть ни по одному. Как я это делаю? Не попал. И? Попал, так. Что, три блока осталось, пожалуйста. Это рекорд, три блока. Два блока. Так, сейчас опять. Все, ГГВП. Все, ГГВП. Нет. Они сейчас там стрел где-нибудь берет, сплю. Последний. Пожалуйста. Только не исчезай, стрела, не исчезай. Да! Нет! Тут. Хоть бы это был конец, хоть бы это был конец, чтобы я уже не мучился. У меня осталось три блока еще. Я помогу тебе же. А, стрела исчезла, прикольно. Айте. Все, я пошел. О! Че, там все? Можно я нажму на кнопочку? Ну, нажимаю, что? Да, все, ты выиграл. Блин, ну это капец. Ладно, красная шерсть. Это была достойная победа, поэтому я даже, в принципе, и не перестрелился. Нет, тут багованные какие-то стрелы, ты сам видел, да? Да. Стреляешь, они пропадают. Такой вообще. Так, и что, как дальше? А, да, все, пойдем сюда. Ко второму исполнению, да? Первый уже. Пипец, я хоть одну выиграю. The Rage, Challenge 2. О, тут, мне кажется, будем уже бег, да? На спринт. Давай, прочитаю по-быстренькому. Так, что тут? Первый, короче, нам нужно дойти до конца и нажать на кнопку, все. А, подожди, можно ли драться? Так, нужно. Так, Йон. А, вам нельзя ударять игроков. Окей, давай. Погнали. Обидно. Press to start. А, все, бежать, что ли? Да, походу, надо так быстро начинать уже бежать. Скорость. Ой, главное не прыгать по утине, то нам застанешь на полчаса, как обычно. Ой-о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 й-
скорость, ё-моё! Чё это такое? Ааа, Влад! Вода! Тону, тону! А! Чё такой быстрый? А тут как? А, понял. Я понял, я вас понял. Отстань, отстань! Вот что!
побежал туда, вот тут, туда. А так можно было? Поверху, ну ладно. Да. Ой, нет, ты. Почему бы и нет? Сейчас я Жеке, а чуть-чуть тут путь между ходить, так он на кул пробежит, надо закрыть ему. В смысле, так, как бы я-то это... А, ты уже там, что ли? В смысле? Я уже возле кактусов тут. Каким образом? Слышишь? Я понимаю, я тебе говорю, я взял и просто поверку пробежал еще, когда нужно было по люкам бежать. Не понял. Я тут потею, он уже на кактусах бегает. Блин, тут эти, тут сраные кувшинки. Ой, нет. Господи. Нет, ой, поднимайся. Ой, вонючие. Отойдите. Нет, а как да, а, все заново, ё-моё. Мы все заново. Ну, в смысле, тут, короче... По этим, потому что по стеклу прыгать, если ты упадешь, нужно все заново пробегать. Оп. Я упал в самом начале, окей, я опять упал сам. Да нет, ну как? Жесть! Блин, Жека, такой фейл, ты бы... Да, я... Как ты зафейлил? Я не знаю, блин, да капец, я уже второе испытание проваливаю, это жесть. Так, Жек, давай. Так, в этом челлендже мы должны будем построить специфические какие-то хрени из блоков, которые нам дадут. Ага, ну нам тупо нужно построить дом, нам покажут. А, это мини-ганнер, запомни блок? Да, типа запомни блок. А, да, так, хорошо, я еще не добежал. О. О. А что, сундук? Что такое? The first block is already for you. Не понял, что нужно делать? А, вот ты видишь там перед тобой. А, ё-моё! Все, я понял, понял, понял. Это помнишь, как мы играли какую-то игру? Блин, забыл, как называется. На Hypixel, да? Не, мы какую-то карту скачивали. Что-то там, как-то она называлась странно очень, не помню как. Окей. Я прошел первый испытание. О, понятно. Ой, как сломать? Ага, понятно, понятно, понятно. Понятно. Фиолетовый, раз, два, все на пятого, господи, черный, черный, Ника, так, 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 зелененький. Нет, не то поставил. Как в успехе? Бегу дальше. А как тут блоков нет таких, а, все, понял, понял. А, новые блоки, это нафиг выкидываем, берем новое. Есть фиолетовый. Что, как вот так быстро возможно вообще пройти этот уровень? Ага. Я еще на этом, ага, а ты уже на том. Я уже на том, ага. Так, ага, черный. Что это такое? А, вот тут зеленый вообще. Кофига тут зеленый делает, господи! Фух. Нет, Евгений! Новый блок, твою мать! Какой что, что ли? Какой новый блок-то, я не понял. Вот это что ли блок? Да, походу вот этот блок новый, да, я понял уже, я всё понял. Что-то я запутался. Что-то, кажется, я запутался. А, нет, всё, отпутался. Я уже просто, руки трясутся, желтый, красный. Фиолетовый, господи, где тут что? Ой, не то поставил, тут зеленый. Почему нельзя какую-нибудь картинку сделать, да, а не просто рандомные пиксели? Было бы прикольно, мне кажется. Ну, мне кажется, наоборот, только добавляет хардкор. Ну да, так же хардкорней. Черный. Я уже запарился на этом хардкоре. Этот сюда, фиолетовый блок вот сюда. Блин, ты вход там сейчас уже пройдешь, да? Скорее. Так, подожди. Сейчас не отвлекаться. Да, все, да, я прошел. Нет! Все, все, кнопочка! Я должен успеть! Я сломаю киркой дверь! Ну ладно, 2-1, все равно ты лидишь. Человек, слышь, знаешь, что было делать? Можно было киркой дверь ломать и идти спокойно. А, да? Да, это лайфхак был. Крафтхак. Кстати, фраг такой у меня было написано. Окей, Yellow, погнали. Скайблок. Начало. А мы с тобой в одном месте? А ты где? Мы с тобой... Вот, я тебя вижу. А, все, появился. Нужно вот сейчас... Ты можешь дерево посадить? А какое дерево? Где ты нашел дерево? В сундуке напротив зонтя. А, тут сундук есть. Твою мать. Капец, я на скайблоке вообще не умею. Я даже не помню, как источник сделать, булыжника. Вообще не помню. Я тоже не помню, блин, да это же капец. Я все время, когда играл в скайблок, я там смотрел по каким-то туториалам, как чтобы не запороть его. Да-да-да, кстати. Так, раз. А, стоп, так мы тут вместе с тобой? Почему вместе? Так ты посмотри вперед. Привет. Нет! Забираем! Нет! И чё я забрал? Ну и что, нафиг мне этот диорит сдался? И меня, кстати, тоже... А кто знал-то, что здесь это говно? Не могу. Смотри же, алмазы сбоку. То есть нам сейчас нужно найти... Где вот взять железо, скажи мне? Я не знаю. А, смотри, вон тут над нами рудак, кажется, есть. Я понял, нужно наверх идти. Привет. Ну и так, дальше чё, где железо? Вон железо, как до него добраться, потом доберусь. Так. Осторожненько. Ага,
Ну прикольно, прикольно, мне нравится, наверху камень добывают. Тебе много камня посадить не надо. Почему камень не надо? Зачем? Только на кирку. Как ты делаешь камень? Печка ж нужна еще! Печка нужна, да. А-а-а! А дерева-то нету больше! Вот, захвати немножко дерева, пожалуйста. Ну, иди ко мне на базу. Ты а ты печку принесешь? Ладно, окей, я сам добуду. Ах ты! Ну ладно. Че, мы сейчас за камнем, что ли, опять лезть? Да! Не, Жек, это я печкой используюсь. Нет. Сейчас я крафтим. А-а-а! Ой, верстак, да как так? Слышь, Жека, ты мой камень своровал. А, да. А, верстак упал, нормально. А где железо, Влад, можешь мне объяснить? Вон, ну, слева, вот туда, как я смотрю. А, это железо, что ли, такое? Ну, вроде да. Вроде как было. Сама, тут блоки... если ты умираешь, то ничего? У тебя блоки... Не-не, я тут 500 раз уже умирал, все нормально. А, да, ну все, можно умереть. Ход, я не знаю, как тебе объяснить. Красный проход. Он сбоку где-то, наверное, да? Ну, типа того. А подожди, а как ты собираешь делать алмазную кирку? Вот вопрос. Алмазы снизу находятся. Снизу где? Вот, где я сейчас в самом низу, посмотри. А-а-а, нужно еще вниз лезть как-то. А-а-а. А пока дерево добавим, то у меня блоков вообще нет, ужас, какой-то с ними блоками. Так, ладно, железо я добыл. Так, теперь можно. Там же сундук стоит снизу, может на него грохнуться можно? Попробуй, попробуй. Попробуй. Главное, что я не умер, так. А, что я тут пил-то самой жопой? Сейчас я полечу, конечно, железо сразу. А, ну окей, давай. Так, главное, чтобы я не улетел мимо. Блин, жаль, что всего лишь один, так сразу на алмазную кирку полетел. Так, ладно, хорошо. Железо, железо где? Че, собрал, что ли, железо уже? Да. А, ладно, у тебя с твоей стороны еще есть железо. Так, блин, тут так темно стало. Алмазы сам внизу, да? Да. Пипец. Ладно, я пролетел вниз. Стоун кикакс, пикакс. Кикакс. Какс. Ты уже алмаз это был, я вообще в шоке. А, так, все, теперь можно упасть вниз, в принципе, умереть. Да, отлично. Два. Три. Все. Вопрос теперь, где мне взять камень? А ты уголь добывал? Уголь? Ты дерево теперь сделал. Я все на дерево переплавил, нафига мне тут уголь сдался. Все, я полез. Вот он наш камушек. Так. Отлично. Отлично. Так, Чак, только не подходи ко мне. Не собираешься подходить? Так, ты мне сдался. Отлично. Так, что, на сундуке можно? Да, на сундуке пусть плавится. Так, мне нужно еще. Ты что там уже добыл? У тебя алмазная кирка уже? Да. Не понял. Можно тебе в задницу стрельнуть? Нет. Да? Не! Влад! Да ладно, ладно. А как, все пресс, да? Ну да, как-то изи не почувствовал. Так, и куда его поставить? Это что у нас? Это yellow, да? Это третий, по-моему, был, да, испытание? Четвертый. Нет, четвертый. А, 2-2. Так, пятое испытание. Black. Black. Парк. Ой-ой-ой, я всрал. Ну, я понял, давайте будем читать правила, мне кажется, здесь все понятно. Да, мне кажется, проиграл Жек. Мне кажется, я проиграл. О, нифига. О, понятно, тут еще блоки шевелятся, что? А это нормально вообще? Что это за ерунда? Чего? А, жесть. А, я понял. Я тоже понял, но это капец. Я умираю просто по КД. А, да блин, тут нужно еще подождать, пока они... Ура! Так, первую руну прошел. Ты прошел первую? Да, прошел. Прошел. Сейчас главное в самом конце не грохнуться. Ух, прошел. Ты прошел? Да. Я прям сзади тебя бегу, так. А тут что? Не, ведь тут невидимые блоки написаны. Не? А, да. Прикольно. А вот, можно на них мышкой наводить, и будет понятно, где они. Угу. Угу. Так, а чё тут? А, тут, наверное, понял. А, тут вот тоже есть невидимые блоки, вот по этой ерунде вот так сделано. Окей, я понял. Ага. Понял. Ну, блин, тут будет фиговость, я грохну в самом конце. Вообще ужас. Хоп. Прошел, нет? Да. Это был конец, что ли? Да, я думал, блин, я думал, тоже не конец. Я посмотрел под себя, даже не смотрел вообще. Так, ну круто. Что такое маленькие испытания? Мне нравятся такие маленькие испытания. Капец, 3-2. Orange.
Orange the Battle Challenge. Ну, что, будем тыкать, что ли? Походу, да. Так, в этом челлендже вы должны будете... Вы распределитесь по кнопкам и должны будете нажимать на кнопки. Чё нужно будет? По комнатам мы распределимся и будем нажимать на кнопки. Когда мы нажимаем кнопку, она исчезает, и вы должны будете следующую. А, понятно. Ну, это, мы такое что-то делали в каком-то... какой-то карте. Так, что-то знакомое. Ну, я нужно... А, на 3, да, раз, а. Окей. Чё, кнопку надо искать? Да, кнопки нужно... А где вторая? А где первая? Вторая вообще жестко спрятана, серьезно говорю. Жестко спрятана вторая? Да, вообще, там сам... Мне просто повезло, что я заметил ее. Нашел. Так, ты уже какую? Я не знаю, что, наверное. Увижу седьмая. Ну, примерно. Какая седьмая? Ну, Влад, алло! Восьмая, тихо. Какое восьмое, алло? Девятое. Где, где? Хорошо. Все они... О, да! Блин, ну... Изи! Три-три, ладно. Окей. А это что, это такой был? Хотя бы не в сухую. Вот это был это. Оранжевый, да. Отлично. Так, дальше у нас Pink. Pink, the Mace. Это какой-то будет пазл. Да, это, получается это... пазл какой-то. А, нет, стоп, Мейс это этот, лабиринт. Ой, не первый человек должен нажать на кнопку, чтобы дойти до... Ну, потом я должен был до конца этого дойти. Все нормально. Так, нажимаю на кнопочку. Давай. Ну, погнали. Два, один. Кстати, не знаю, зачем здесь яблоки нужны. Ну, ладно. Можно, по сути, нет, на 5 не получится, тут высокие блоки. Я хотел по блоку юзить, но нет. Не, так. Давай даже без этого. Как-то... А тут не получится даже. Тут высокие блоки, я тебе говорю. Угу. Так. Окей. О, я что-то нашел какой-то блок. Это что, это чекпоинт или что? Давай был блок. Алмазный блок? А, или лед? Да, лед. Может, типа, наверное, пути я нахожусь? Мне показалось, что это алмаз, ну ладно. Или алмазный, я не знаю, ну может там. Такие текстуры непонятные. Я, походу, заблудился. Мне кажется, вот эти лед этот, вот он указывает на то, правильно мы идем или нет. То есть, если мы его видим, значит все правильно. А, ну надеюсь. Ну хотя хрен знает. Это я себя так это. Знаешь, подбадриваю. А вдруг я вообще не способно иду. А противоположно. Нет, нужно правильно, вперед все идти просто, как я думаю. Что? Я прошел до хрена всего, это оказывается тупик был. О, привет. Ладно, допустим, сюда. Тут у меня тоже тупик. Так я пойду по этому алмазному блоку шел, ну что за ерунда? Да, походу все-таки это что-то не то. А, нет, так. Сколько блоков? Я не знаю, написано, сколько алмазных блоков в этом испытании, я не знаю. А. Да. Я угадал. Да! Там потом в конце был вопрос, типа, сколько здесь всего было алмазных блоков, все-таки это алмазные блоки. Я угадал, прикинь, 5. Как я быстро-то пришел? Я мне что-то ты одаряешь меня, прям так и знал, что на правильном пути находишься. Ух, блин. А, 4-3. Ну, кстати, лабиринты, вот помнишь, что стрим проходили, я хреново их проходил, а тут что-то прям так повезло. Так, Purple. О, дроппер! Ну, дроппер ты вроде все время тащил. Я не знаю, но это когда было-то? Все изменилось? Ты там сколько уж дропперов играл-то? Ну, все равно, знаешь, как-то я больше такие толпы, факты сниму. А, подожди, тут нужно нажать на кнопку. Press to go back to... А, стоп, не-не, не то. Все, можно, да, начать? Блин, черт. Фак! Ты вообще какой-то сложный дроппер, серьезно. Да, все сливается. Бляха-муха. Так, шагнул, что думать? Я не могу. Все, буду благовидеть, нет? Так. Ну, попробуй, ты там стал, там сдохнешь. Да ёпарас это. Да ё-моё. Ты хп не отрегенил просто. Да ё-моё. Я не знаю. Я не знаю. Как мне эту жить? Боль преодолеть? Как заставить сердце вновь биться? Откуда женское белье? Я уже вспотел, я не знаю, ну что это? Ты умер? Умер? Да, там в конце. Ух, да, сдохни. Умри, упади. Что? Я там просто... Блок с нами! Если это дурацкий блок, я бы на белый черт залетел. Вот именно, блок с нами. А! Что? Знаешь, что в конце? Что? Там один блок. Блок воды, надо в него кто-то упасть еще. Господи, а как мне упасть? Это вообще... Time to bug-a-use. Так. Ждем пока отхилимся. Смотри, в тот раз выдыхание. Ладно. План Жеки. Багаюс. Ай. Так, кидаемся. Привет, вот. Жек. Ай. Нормально? А, стоп, а дальше-то как? Дальше, собственно, нужно прыгать.
Да! Прошел? Да! Как? Объясни, как? Багаюз? Он не Багаюз. Не, ну в смысле, я прошел до этого, до голубого, до Багаюза. Ну, просто где-то меня видел, короче. Потом пролетел. Так, это мое, надеюсь? Нет, да, да, это мое. Просто твое. Жека, ну пока. А там, кстати, нельзя, там оно... Боже, это вообще неправильно. А, это Purple. Йоу, йоу. Осталось два уровня, блин, надо закомбочить Жека. Браун. Ну мы, ты, в принципе, можешь только на ничью. Да, о, батл. Типа мы должны будем воевать с мобами как команда. Каждый из вас должен добраться до монумента, до момент блока в конце. С богом. Ой. Прикольно, кстати, тут парк мне нравится. Так, что такое? О! Нахрен я прошел вперед! Раунд один, они что, больно бьют? Нет, не больно, мне очень не надо. Ну не знаю, как-то больновато, когда меня все вместе ударили. У тебя вопрос, как тут вообще момент профиг? Может, в конце, может, в финальном бою будем выдраться? Не знаю. Мне кажется, мы сдохнем здесь, то это будет еще хуже. Ну да. Так, ладно. Пока очень просто. Первое испытание. На покупку, кстати, когда написано break, а break this to continue. Типа надо сломать, чтобы продолжить. Окей, сломаем. Вот. О, нифига, очень. А, здесь будет чешуница, что ли? Мне кажется, просто этого блока чешуница. А, паучки! А это что такое? Жека! Подожди, а это что такое? А, это начало! Блин, нахрен я ушёл. Я думаю, это же конец, думаю, только сейчас пройду. Да, и выиграешь, да? А, подожди, так, йоу, можно же сразу сломать. Думаешь? Да. Да, что? Пошли, багаюзим. Сломаю, я не вижу блок, не вижу, темно. Вижу. Так, господи, подвинься. Сломал! Отвалите! Это жесть, Джек, это просто жесть. А, бьют меня. Так, ломаю. На это, наверное, по всей. 15? Мне кажется, да. Так, это 16 раунд. Почему 13 вроде помню? Нет, над башкой же написано мобу. А, я сломал еще два вперед. Хорош, я бегу. Он я бегу убивает. К тебе. Тут их слишком много, вот. Ой, ломаю. Первый на тайм сбил. Нет, если бы их убивали, это вообще было жесть какая-то. Надо так проходить, походу. Нет, блин, почти доломал. Убивать их вообще уже нереально, они слишком жесткие. Господи, да отвалите от меня. Там бори, Вань, тут их миллион, наверное. Тут еще пауки с этих раундов, там с девятых, да с каких там остались. Это капец. Мне лично больше всего мешают ведьмы, они кидают отравли. Да? Да. Это конец? Нет, это не конец, это чё, дофига. Сломал. Тут уже визоры. Все! О! Что-то творится, я пробегаю вперед. Визоры! А что надо делать? А что нам делать? Мы не можем перебежать дальше? Может, надо поискать, что сломать, я не могу понять. Это просто, знаешь, когда я возрождаюсь, у меня какая-то хрень начинается. Так, я сейчас тут уже пятерак подлагал. А, да, одного убил! Жак, ну дай мне второго. Стреляю. Да. Все, можно бежать! Ура! Кажется, я первый добегу. Что, это нечестно? Ой, а что это за А, это френдли. Френдли, окей. Нет! Ага, если сидел тут, ничего нечестно будет. Ладно, Влад, я... Не знаю, что сделать. Давай, отдавай меня, ставь. Окей, давай, короче, поделим. Да, давай. Так, на. Ура! А, мне тоже дали, слышь? А, да? Да, у меня одна была. Лол, все нормально-то. Прикольно. Так, что это было? Браун? Это был Браун, да. Так, Жек, не ставь себе, так нечестно. Good job. Call in Minecraft. Окей, Грей. Все, последнее. Little Pony. О, Акинг один. Ой. Я боюсь, Жек. И что нужно делать? Тогда прочитаем правила. ОП, наверное. А, это последний челлендж. Вы знали, что... Ага, я ничего не буду говорить. Remember, что плеер... выживаю, нажимаю на кнопку и арена выигрывается. Типа нужно нажать на какую-то кнопку? Что? Так. Ну ладно, я думаю, разберемся, тогда же поинтереснее будет. Player 2. Так. О, алмазный сет. Ой, а что, зомби всяких можно еще спавнить? Криперов. Нифига. Так, подожди, алмазный сет где? А, понял. Так. В бою готов, блин, не боюсь. Так, о, два яблочка, ну блин, они, правда, не имбовые, но. Спавн. Круто. Что они не имбовые, а только не круто. Так. Не знаю, правда, чем эти спавнеры нам помогут. Так, плеер 1, press and the same... А, ну нужно в одно и то же время нажать, да? Нажимаем. Fight! Ооо, можно на лошадях, давай на лошадях. Давай. А как тут перепрыгнуть? Та-да-та-та. А, понятно. Та-дан-тан-та-дан-тан! Ты перепрыгнул? Да.
Ча-да-ча-ча-да-чат! Мы в саднике с тобой, в саднике! В саднике! Я по твоему этому поводу. Не трогай мою лошадку! Братан, живи! Пан 2! Пан! Не попал, как не попал-то? Не понял, а что это за такое? Что это такое? Это. А, все, я выиграл. Чё? Что? Нужно было просто нажать на кнопку. Я так не играю. Слышишь? Спешу на приз Квин. Вообще несправедливо, иди отсюда. А, ладно. А я выжил. Ну, в принципе, ребят, прикольно получилось, мне понравилось. Даже, ну, в принципе, первые три уровня ты вообще спокойно меня выиграл. Ну, потом подался. Да, понимаешь, каждый силен в своем, да. Да. Ну, а в конце там вообще какая-то непонятная ерунда была. На ПВП написано, в итоге надо кнопочку было нажать. Да, ребят, на этом мы закончим. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте этому ролику лайк, комментируйте. Да, в принципе, давай вот перейду слово тебе. Да, ребят, всем спасибо за просмотр. Хоть я и не победил Евгения, но всем прекрасно понимаем, я поддавался. Ну, чтобы он не обиделся, все понимаем, да, ребят? Просто первых трех игр я сразу понял, что Жека сейчас обидится. И, как обычно. Да. Так что вот, ребят, ставим огромный пальчик вверх. В следующей серии я не буду поддаваться уже. Ну, на нём карту крутую, поддаваться я не буду. И обязательно выиграю. На этом, ребят, все. С вами был Влад. И Жека. Всем удачи, всем пока.